Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкуршоу. Мы с вами смотрим игрушечку под названием Swords with Souls. Меч под соусом. Или с соусом, не знаю, как правильно. Игрушка в альфа-версии, да, ее. Она сейчас на Steam распространяется. Мне подарили ее, пришел подарочек на Steam. Собственно, попросили в нее поиграть, если она мне понравится. Я посмотрел ролик, и в принципе это довольно угарно, довольно брутально и довольно весело все получается. Здесь надо, короче, крошить всех. Я не знаю, что это в стиле Super Hot, если знаете. Здесь я пощелкал, есть, короче, несколько карт. Сложность мы выбираем с вами. Кастомные всякие, безумная, сложная, средняя и легкая. Давайте на средний уровень сложности сейчас. Так, режим ниндзя. Убить всех, не быть, не, короче, незамеченным. Выживший, короче, выживать настолько, насколько ты сможешь долго. Бесконечные волны и нормальный режим. Убить всех без умирания. Это нормально. Так, особняк, причал, город, атриум. Храм. Давайте мы в особняке начнем. Я думаю, это более такая маленькая территория. Собственно, на ней мы сможем разобраться. Здесь, короче, по гаджетам какая-то дичь происходит. Здесь какие-то гаджеты. Собственно, тут каких-то мы гаджеты выбираем. Декрабитатион. Короче, фиг пойми, что это такое. Но с этим, наверное, будем позже разбираться. Управление простое. Там ВСД, все дела. В тутор я не заходил. Давайте сразу же старт миссии. Так, у нас 33 врага, мы пока не замечены, и мы пока с мечом. Значит, здесь у нас выбор всяких разных штучек-дрючек. Так, комодарт, экзо-нож. Ага, это бесшумное убийство сзади. Так, крутящаяся смерть. Ага, убийство. Очки какие-то. Хэд, короче, головное убийство. Ловушка. А, я понял, короче, на плоскости мы ее располагаем. Хук и стики, короче, прилипчивая молния. И метательные ножи. Хорошо, давайте мы попробуем вот эту вот шнягу. То куда мы попробуем? Так, по стенкам ты умеешь? Ну, что-то, типа... Ух ты. Оу. Блин. Ну, почти умеешь, короче, я понял. Тихо. Подожди, я промазал? А, нет, не промазал, попал по какому-то парню. Тихо. Тихо. Так, ствол, как тебя подбирать? Я. Хорошо. Воу, дробовик. Ушел. Дробовик. Хочу дробовик. Эй. Так, 4 выстрела. Привет. Пошел. Пошел в жопу. Хорошо. Ой, привет. Дружище, а ты чё... здесь ходишь один-то, без прикрытия. У тебя спина. Уу, как вас там много-то. Тихо, подожди, подожди, подожди. Здорово. Блин, ты косишь, конечно, капец. Тихо, тихо, тихо. Проходим, 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 проходим. Берем ствол. Идем сюда. Тихо, тихо, тихо. О, снайпер. Капец. Ты что тут снайперишь-то, алло? В здании снайпер. Представляете? Ой-ой-ой-ой. А как? Тихо. Я, короче, я дротики, кома-дротики включил. И я не знаю, они усыпляют или нет, или надо добивать. Давайте попробуем добивать. Ага, хорошо. Так, я. Здорово. Готов. Ну, какие-то они глупенькие тут. Не находите? Мы их довольно легко всех крошим. Так, 12 врагов всего осталось. Они все там в замешательстве. Здорово. Так, а что за иконка? Давайте мечом попробуем порубакать. Хорошо. А, это типа мало врагов осталось, и вы решили мне их подсветить, правильно? Там, по-моему... Подожди, 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 подожди. Я остался без оружия, как же мне быть? Так, стой. Вот тебя. Ты вроде мощная штука. Тихо. Ну-ка, давай, отдай мне дробовик. Здорово. Отлично. 4 патрона и 5 врагов. 4 патрона и 5 врагов. Хорошо. Хорошо. Вы победили.
А как это еще один оставался? Блин, ну Medium это очень легко. Так, снова рестарт main меню. Это, я так понимаю, мы просто зачислили этот уровень и все, да? Хорошо, давайте main меню. То есть здесь типа не сюжетка, а здесь именно мы выбираем уровень, и они никак не ротируются, нам самим надо переключаться. Так, причал, город, атриум, храм, особняк. Ну, давайте мы попробуем... Атриум не нравится. Давайте на причале попробуем. Здесь есть где подвигаться. Давайте мы попробуем на харде это все дело затащить. Режим нормал. Уровень сложности хард. И мы... Мы на причале. Так. Отлично. Тихо. Отлично. Ух ты, блин, там еще пацаны по кораблю сверху ходят. Опа-опа-опа. Так, здесь мы не заберемся. Я не знаю, если там вообще проход. Так, вот здесь можно, по идее, забраться. Тихо, блин, нет. По стенкам он бегать все-таки не умеет. Ага. Ну, вот так вот делать может. Так, мы пока еще... Ух ты, как вас тут много. Они, короче, сейчас напряжены уже. Стой, давай мы тебя... Хорошо. Чётенько, по стелсу работаем. Работаем... Ушел. Эй, ты должен был... Вот. Тихо. Спать. Чем спать? Кто-то меня заметил. Ага. Ах ты ж... Мразь-то какая. Ну-ка, подожди, стой. Тихо. Да что ж такой косой-то, а? Так, где у нас? Фух, отлично. Все, я понял. Тихо, парни. Обходим их сзади. А что, не за мной, что ли, бегут? Ой, патронов нет. Патронов не хватило, не посмотрел, что не полная пушечка. Так, давайте рестарт. Ой, интересно, рестарт и ген, это как, это в чем отличие? Давайте мы попробуем начать с этой части. Окей. Так, тут у нас парниша есть. Бум. Уснул. Парень притомился. Еще один притомился парнишка. Ну, ничего страшного. Ай, промазал, да? Промазал. Так, ну меч хотя бы нам надо взять. А лучше еще автоматик. Так, там мы всех поусыпляли. Тихо. Спокойно. Я понял. Так, ловушку пока я хрен знает как ставить. Поэтому мы это не будем делать. А они какие-то самонаводящиеся, эти штуки. Потому что он почему-то сейчас полетел за угол. Так, здесь чисто. Ладно, уже 30 врагов осталось. Блин, нифига себе у вас тут. Отлично. Пиу! Хе-хе-хей! Нифига себе мы раскидываем. Так, ну еще одна такая шняга у нас осталась. На кого это тратить? Так, там сверху еще чуваки. Но мы сейчас пока зачистим низ. Отлично. Так, что у нас еще есть? Отравляющие дротики. Ноль. У нас есть... А, метательные ножи. Точно, у нас еще есть метательные ножи. Далеко. Так, вот здесь... Стой. Тихо. Все, запалили. Отлично.
Да ну тихо ты. Тихо ты, тихо, парни, вы чё? Да блин. Спокойно. Снайпер. Хорошо, ушел. И ты ушел. Дробовик. Хватаем. Так, идем понизу. Отлично. Убрали. Снайпера работают. Хорошо. Так, там кто-то просаживает сзади. Отлично. Автомат берем. Хорошо. 14. Парни, вы где? Вон еще один вижу. Давай. Так, я надеюсь, мы снизу всех забрали. Это хард, не забывайте. Между прочим, это хард. Куда ты ушел? А куда он свалил-то, алло? И? Тихо. Парень. Пиу. Здорово. Нифига мы его накололи. Так, все, снизу вроде бы я больше не вижу врагов. Нам теперь надо как-то пробраться на корабль. Наверху там снайперы работают. Блин, да ладно, а как? По этим, что ли? Тихо. Ух ты ж, ё. Тихо. Блин. Да, вот это засада. А как туда забираться? Я не в курсе. Может, там кто-нибудь спустится? Так. Ты кто? Ага, все верно. Все верно. Блин, далеко. Хорошо. Твою мать. Отлично. Хорошо. Тихо. Вы что такие лютые-то, парни, подождите. Стойте. У меня оружия же нету. У меня вообще все по нулям. У меня есть эти ловушки какие-то, которые я не понимаю. Еще пока не пробовал. Как они работают? Ну-ка, стой. Так. Это вообще бред какой-то. А ты кто? Ну, а ты типа мина, да? Капец. И все, больше игрушек у меня нету. Автоматы снизу все поисчезали. Ладненько, давай. Тихо. Твою мать. Сейчас затащим. Короче, надо приберечь оружие для того, чтобы пройти на корабль. Твои, блин. Та-та-та-та-та, подожди. Я промазал. Стой, так нечестно. Сейчас мы сделаемся. Это что за фигня? Он, блин, с мечом в спине. Это как так-то вообще? Ладно, я понял. Тогда будем делать так. Ушел. Мы наше всяческое оружие будем беречь на потом. Так, парни. Тихо ты. Я понял. Ну-ка, давайте попробуем-ка эту шнягу поставить. Ее на стенке еще можно ставить. Ну-ка. Ты дурак? Как ты работаешь? Она, по-моему, никак не работает. Они абсолютно свободно прошли мимо нее. Ушел. Так, где... Блин, меня бесит, что здесь оружие пропадает практически сразу же. И то, что здесь хп не видно своего. Так, ладно. Походу, парни в дальней... Хорошо, части не сильно встревожены проблемами в этой части пристани. Может быть, они не дружат. Может быть, они наоборот там топят только за то, чтобы завалили их ребят в этой части. Потому что у них... Типа, вай, на, ты умри ты уже. И дай мне свой ствол. Дробовик. Хорошо. Дробовик. Ушел. Давай. Ушел. Тихо ты. Ушел.
Отлично. Вот это вообще неплохо прошел сейчас. Так, откуда? Ага, вижу. Отлично. Отлично. Задействован, по-моему, никого. Так, ребяточки. Да. А ты, у тебя дробовик, а у меня меч. И я в тебя сейчас как? Вот так вот. Блин, не достал. И у меня дробовик теперь. Собака. Вот сволота, а. Тихо. Мне сейчас очень и очень нужна помощь. Пробегаем туда. Берем дробовик. Видим, что у него нулевые патроны. Берем автомат. У него тоже нулевые патроны. Берем меч. Твою мать, он отошел. Мне нужно оружие. Мне срочно нужно оружие. Блин! Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня, дружище. Я... Давай мы будем друзьями. Я тебя очень прошу. Угу. Да ты же мерзкий тип-то какой, а? Тихо. Ушел. Мне кажется, если он сейчас нас попадет... Ага, перезарядка. Вот так вот тебе. С перезарядкой с твоей. Так, 16 врагов. Все, по-моему... На 16 это можно заканчивать. На 15. Нет, смотрите-ка, еще не все. Да ты, может, попадешь-то в него, а? 14. Все. Ну, 14 должно хватить. Ну? Я надеюсь, что все остальные 14 на корабле. Нам бы сюда, конечно, снайперку. Но что? Вижу еще одного. Так, все потраченные патроны ты мне компенсируешь. Так, 13 врагов. 13 врагов. Вот та-та-та-та. Я понял. Так, ладно, если нас никто здесь не побеспокоит, мы сейчас начнем нашу операцию. Мы начинаем нашу операцию по ликвидации этих уродов. Снайпер. Есть. Я могу с помощью хука туда забраться, по идее. Так. Так, я сейчас открытый, правда. Это не очень гуд. Так, где крюк? Вот крюк. Все нормально. Тихо, кто это? Ах, ты же мерзкий тип-то, а? Тихо. Только не стреляйте, ладно, парни? Давайте вы сейчас одного стреляющего там... Ах ты ж... Ух ты ж... Ух ты ж гад ты какой, а? Ну-ка на. Ты должен был уснуть. Уснул. Так, и... Автоматчик. Тоже засыпает, правильно? Нет, неправильно. Тихо. Капец. Я пока не вижу... Четкого плана, как туда забираться. Все, погнали, короче говоря. Хорошо. Просто бежим крошем. Хорошо. Да что ж ты ко мне с мечом-то пристал, а? Мечи причем остаются, автоматы почему-то нет. Так, есть кто сзади? Вы что-то все с другим оружием здесь. Давай. Отлично. Ага, засекли? Хорошо. Отлично. Ух ты! Тихо! Да, немножко я растерял эту осторожность.
Ладненько, давайте еще раз попробуем. Так, и берем. Погнали. Автомат. Тут чуваки с мечами. Отлично, ушел. Еще один. Ушел. Еще ушел. Еще один выстрел. Хватаем меч. Смотрим, что у нас здесь по ситуации. Аккуратненько. Сильно не аркадничать. Осмотрительно. Блин, свои шаги не отличить от шагов врагов. Привет. Хорошо. Отлично. Там парни наверху тоже засуетились. Но этого мы и добивались. Привет! Здорово. И ты привет. Хорошо. Где твой автомат? Твою... Ага, вижу. Все, по идее он не исчезнет. Если я его взял, то он не исчезает. Два выстрела есть. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, правильно его забрал. Капец. Твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать. Хорошо. Автоматик, автоматик. Мы уже немного в крови. Но это ничего страшного. Бежим, 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 бежим. Твою же налево, а? Заразы. Блин, не надо моим оружием воспользоваться, но я не могу этого сделать, потому что... потому что тогда я не смогу залезть на корабль. Мне нужно в полном... В полном составе. Все усыпительные дротики. Так, у тебя ничего нету? Где мечи? Мне нужен хотя бы меч сейчас. Отлично. Отлично. Так, 13, по-моему, да, врагов? Тихо. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой, откуда? Сверху, по идее, да? Мне еще интересно, здесь со временем здоровье восполняется или нет? Автоматик. Хорошо. 14. Ну, по идее, тут еще один где-то бродит у нас. Снайпер. Снайпер это херово. И то, что если здесь один все-таки бродит, то это тоже очень не очень. Потому что он нам сейчас может попортить все планы. Так, снайпера мы сейчас убираем. Тихо, 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 тихо. Гаденыш, а? Хорошо. Уснул? Уснул. Уснул, падла. Так. Где стрелки? Вон стрелки. Ай, ты ж. Скотина. Блин. Все очень плохо. Попал. Не, не попал. Тихо, тихо, тихо. Так, по одному. Да должен был же попасть, ну. Да ну капец. Че он не дохнет-то? Дохнет. Все, в ноль вообще слил. Так. Суперзвездочки. О, понятно. Минус суперзвездочки. Да. Отлично. 10 врагов осталось. Но мне сейчас не очень хорошо. Так, отлично. Отлично, стрелков, по-моему, вырубили. Так, это у нас что? 5, 30. Хорошо. Хук, 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 хук. Есть. Сюда. Так вот.
Нет, ты мне не нужен. Мне нужен хук, по идее, тоже. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Хорошо. Вот это я сейчас бомбочками их сделала. Ну-ка, парни, ловите там. Эй, пдынч. Нет? Ух, кто-то подох. Так, хорошо. Я надеюсь, снайперов больше нет? Кто это? Откуда? Сверху. Из рубки. Отлично, ушел. 4 врага. 4 врага. Обходим с этой стороны. Вот тут есть. Тут есть парни, которых надо... Нет, только не заруби меня, пожалуйста. Все, хорошо. Автомат дай мне свой. 2 врага. Так, они должны помещаться. Помещаться должны. Раз, вижу. 2 вижу. Ах ты ж, мразь, снайпер. Это снайпер. Сейчас я тебя буду убивать. Тварь. Я надеюсь, он не запалит, что мы идем к нему. Снайперку берем и последнего добиваем. Так, алло. Подожди, а мне надо как-то это дело разбить. Вот по идее вот так вот можно, да? Так, выруби эту хрень. Так, снайперка где? Вот тут. Отлично. Затащили. Ну, блин, жесть вообще. На самом деле, лютая жесть, очень сложно. Но все-таки мы это сделали. Ладненько, давайте на этом все. Вот такая вот прикольная игрушка. Кто хочет, может в нее погонять. Sword with Soul. Ссылочка, как всегда, на Steam игру есть в описании под этим видео. Она там, я не помню, по цене там 100 рублей, по-моему, стоит всего. Собственно, интересно, можно... позадрачивать на скорость прохождения, но на харде, как видели, все-таки реально это все пройти. Но если еще натренироваться, да, то все намного проще будет проходиться, и можно на инсейне будет пытаться. Ну, а на этом все. С вами был Рос на канале Мидкуршоу. Игра Sword with Souls. Меч под соусом. Такая вот крошилка лютая. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочка в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!